В поселке Ильском прошел юбилейный 15-й районный фестиваль-конкурс детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Это муниципальный отбор. Победители примут участие в краевом этапе конкурса. Организаторов и участников масштабного мероприятия поздравила заместитель главы района Марина Наумейко. Мы едины, потому что храним нашу историю. Мы знаем ее, чтим. И, сохраняя традиции казачества, всегда уверены, что будущее наше тогда благополучно и надежно. Пусть каждый будет сегодня победителем в этом фестивале-конкурсе и почувствует на самом деле, как дорога наша культура для каждого из нас. На сцене Дома культуры выступили самые яркие, талантливые и самобытные творческие коллективы. Фольклорные, хоры, ансамбли народной песни и танца, инструментальные коллективы, солисты, вокалисты со всего района. Всего более 300 участников. Во время совещания жюри публику развлекали викториной. Предложили проявить свои знания в старинной кубанской разговорной практике. Что такое буряк или хустына? У нас до сих пор используют слова, которые не встречаются в речи жителей других регионов страны. Ежегодно этот фестиваль проводят для сохранения и приумножения культуры и народных традиций Кубани.